8 утра я выходила поздравить своих, маму. Меня из дома забрали, в общем-то, и отвезли в РОВД. А когда забирали из дома, мне ничего не объяснили. Для чего, по какой причине. Во сколько вас задержали, говорите? 8:30. Какую статью вам? 373, третья часть. Или штраф, или 15 суток, да? Не знаю, сейчас будем смотреть. Здравствуйте. Мы СМИ. Мне там... Нет, как? Мы же средства массовой информации, мы же имеем право присутствовать на судебном заседании. Как не будет? Неге бумаги. Пусть все посмотрят это видео, где детей запихивают в автобус. Даже сами милиционеры, они были не в курсе того, что, да, как их астанинские коллеги в угоду властям в возрасте от 5 до 8 лет запихивали в машину с особой, можно сказать, жестокостью. Я сказала, что я не буду давать показания против себя. А вы будете требовать адвоката? Да, буду требовать. И попросите, пожалуйста, ходатайство о съемке СМИ. Хорошо. Обязательно. Вообще весело живем. Там судья вообще даже не стал разговаривать. Мне дали 50 МРП. 373-я, часть 3-я, да? Да, часть 3-я. Но в любом случае, это, знаете, это еще раз показывает то, что какая наша власть и ее действия никогда не украшают тем, что вообще она делает. И я еще раз убеждаюсь о том, что я иду в правильном направлении. Да, пусти. Давай, Саша. Я с салотом.